В Славянском районе стартовал муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Кубани-2015». Проходить он будет в три этапа. В детском саду «Золотой ключик» на этой неделе состоялся только первый. Как с ним справились участницы, расскажут наши корреспонденты. Как трудно быть дневной мамой для двух десятков малышей, знают только воспитатели детских садов. Их нелегкий труд каждый год оценивают в конкурсе «Воспитатель года». Главная цель творческого состязания – дать возможность участникам проявить все свои таланты, реализовать себя в профессии. Участие в этом конкурсе – это прежде всего обмен опытом, расширение профессиональных контактов. Заявились на данный конкурс 21 воспитатель из наших детских садов. Это лучшие в своей профессии педагоги для наших маленьких детей. По отборочный тур прошли 10 воспитателей. Сегодня в очном этапе конкурса будут сражаться именно они. Конкурс «Воспитатель года» будет проходить в три этапа. Оценивать участниц творческого состязания будут их коллеги, заведующие и воспитатели детских садов, представители управления образования. Татьяна Дегтярева работает воспитателем в детском саду номер 3 всего 2 года. Участвует в этом конкурсе впервые. Считает свое участие достижением. Воспитателями рождаются. Вот, может быть, конечно, я сейчас скажу очень громко, но... Я с детства люблю очень детей, с самого раннего детства. У меня мама воспитатель, у меня тетя воспитатель. Ну и как бы я привита к детям с самого-самого рождения. Для меня самое важное, ну это, наверное, любовь к детям. Будет любовь, ну и все получится. В первом этапе участницам предстояло пройти 2 конкурса. Тест на эрудицию, провести презентацию на тему «Мой педагогический опыт». Поддержать конкурсанток перед началом выступления пришли те, для кого, собственно, они и стараются – дети. Вас приветствуют ребята из очень хорошего детского сада. На саде «Золотой ключик» – самый любимый и самый лучший. Детский сад у нас хороший. Лучше сада не найдешь, вырастем здесь как цветы, приходи к нам в сад и ты. Мы споем сейчас о том, как мы весело живем. Все 10 участниц провели свои презентации. Жюри отобрало наиболее яркие и интересные. Впереди у участниц еще 2 этапа, где им предстоит вести занятия с детьми, проводить мастер-классы и круглые столы. Победитель конкурса «Воспитатель года» будет представлять наш район в краевом этапе конкурса. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».